Николай Кошек, команда «Стимул». Коля, ну удачный старт для вас и не придумаешь. 11-2 на табло. Как готовились, как вообще прошли эти две недели перерыва у вас? И какие вообще на сезон установки для своей команды? Ну, підсилились команду, взяли там підробно виграти, тобто там трішечки змінили, скажімо так, направлення команди, щоб прийти вже на дальше до чемпіонства в цьому сезоні. Задача на сезон — це тільки чемпіонство, тобто з іншими ніби думками не виходимо. Хорошо, ну є якісь моменти, які сьогодні гра, от ви команда сложилась хорошо, може є якісь нюанси, які були не відіграні, щось було, не вийшло? Ну тут дехто взагалі перший раз один одного бачить, тому як на перший матч, ну я вважаю, що досить непогано, але більше хочеться, щоб з кожним разом будемо зігрувати, з кожним разом мені хочеться, щоб було більше пасів, тому що індивідуально є сильні гравці, але вони не грають в команді, тобто мені хочеться, щоб цього було більше, я думаю, що на наступний етап все буде краще, краще, краще ставити. Хорошо, тогда успехов, спасибо. Лисовой Александр, здравствуйте. На самом деле, это проверка. Проверка, что и как вообще, какой тонус после паузы. Ваше вообще сейчас какое-то мнение после игры. Во-первых, команда играла в Лиге С. Встречались они там с сильными представителями. Наелись поражениями и сейчас хотят побеждать. У вас как? Вы были сыты победами? Да. И вот знакомство с поражением. У нас обратная сторона, потому что у нас уже видно были, ребята выиграли, вышли еще. Мы еще чемпионы, мы еще продолжаем выигрывать. Мы понимали, что мы сегодня, если не проиграем, то будет очень тяжело хотя бы ничью сыграть, потому что эта команда была далеко выше нас. Мы сегодня даже для этого такую сделали тоже для себя проверку, взяли ребят, проверить как раз. То есть мы, по сути, тоже подошли к этому, к тренировке, как к проверке, но не без того, чтобы ребятам сказать, что надо выигрывать. Не просто давайте выйдем, проверим и проиграем. Но мы проиграли абсолютно заслуженно, просто нет. Как ни пытались завести людей, не получилось. Цели на сезон. А чуть выше все-таки расположиться по лиге или примерно тоже? Да, мы хотим играть в Лиге Д. Для С, как мы сразу еще раз увидели, еще рано. Лига Д для нас, я думаю, что мы это... Успехов и хороших сборов. Спасибо.